Всем привет, это наша любимая игра Клондайк. Итак, а давайте вместе построим. А построим мы нефтяную вышку, потому что летать мы без карасинчика никак не можем. Вышек я у себя насобирала, когда у нас были лабиринты. Теперь периодически их строю и использую. Опс, сюрприз. Кто-то потратил все гвозди. Это не проблема. Первая стадия. 500 опыта. Доски, гвозди, цепи. Идем дальше. Дальше. Кирпичи, брус, каркас. Поехали. Итак, следующая стадия вышки. Это трубы, окна и картон. Трубы надо делать. Что-то их, смотрю, маловато будет. Построили. В принципе, ей можно уже пользоваться. Но я не вижу в этом смысла. Запас ресурсов 40 штук. Сделать 40 штук по 25? Нет, реально. Но зачем, если можно ее улучшить при помощи шифера, экстракта и арматуры? И у нас открываются возможности. Мы можем делать 25 штук из жести и ветра. И так же самое мы можем делать по 50 штук 40 раз. Это все-таки в 2 раза больше. Раз, два, три. И так 40 раз мы сможем сделать. Рабочие для этого не требуются, и делается, получается, каждые 3 часа 50 нефти. Это довольно-таки прикольненько и удобненько. И на этом все. Всем пока-пока!